Так, многие спрашивают нас, насколько безопасна нода своим излучением. Вот Бурж-Халифа, вот дорога. Соответственно, излучение есть ли на улице? Давайте посмотрим. Вот счетчик Гейгера. Ну вот, почти единица, верхняя цифра, это излучение. Это счетчик Гейгера, но сейчас он работает в режиме измерения напряженности поля. То есть это то, что люди говорят, Wi-Fi опасен, не опасен, нода опасна, не опасна. А теперь смотрим, на стеклах, мы сейчас заходим в дом, на стеклах нанесена пленка, которая дарит безопасность. Так, смотрим, что становится здесь. 0,3, 0,2, снижается. Закрываем дверь. И вот мы сейчас закрыли дверь на балкон, и смотрите, снизилась практически до нуля. Хотя роутер стоит вот там у стены. Это к тому, что излучение от роутера гораздо менее безопасно, чем просто находиться на улице. Так что к вопросу безопасности с этим у ноды все в порядке. Что-то добавить? Все, эксперимент завершен.